впечатления было. Какие еще пожелания? Ну, чтоб не улететь с горы. Жанусик, ты что ждешь от этой поездки? Отличного настроения, позитива и дружбы. Замечательно. Друзья, только недавно вернулись из поездки в национальный парк Зайн. И это была шикарная поездка, очень интересные выходные дни, 3 выходных дня. Есть что вспомнить, есть что посмотреть, поэтому мой видеоролик в следующем формате уже будет более развернуто рассказан о нашей истории, о нашем путешествии. Что, прям так подниматься, что ли? Ничего себе! Ты нормально, коли держишься? Ни хрена себе! А как тогда спускаются-то? Где? Прям тут спускаются? Ой, господи! Куда меня черт-то дернул? Надо цепь не отпускай. Главное, не торопись, ну? Этим камушком уже обрыв, представляете? Это капец. Встретили рассвет. Вот где. А вот тут все обрыв. Смотри, что он куда пошел. Ты посмотри, куда он пошел. По сумкам у нас. Друзья, спасибо за просмотр. Это была небольшая реклама будущих моих видеороликов о национальном парке Зайн. Всем хочу пожелать прекрасного настроения. Если кто не подписался, подписывайтесь, ставьте колокольчик, лайки. И до новых встреч. Пока-пока.